Все эти 4 дня с Юрием Образцовым провел алматинец Расул Байрамуков. Он приютил мужчину в своем доме. Мы пригласили Расула к нам в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, какое впечатление на вас произвел Юрий при вашей первой встрече? Ну, обычное, нормальное впечатление. Человек попал в беду. Было по нему видно это все. Как бы, ну, видно было, что он не алкоголик, не бомж какой-то. При разговоре с ним выяснилось, что он физик. Как бы учением занимался, ученый какой-то. Ну, он частично имеет потерю памяти. Вот смотрите. Вы поверили этому человеку, согласились помочь. Да. Не каждый пустит в свой дом человека, тем более, что у Юрия не было никаких документов. Почему? Воспитание такое, родители так воспитали. Помогать, делать добро, творить добро. Вот вы знакомы с Юрием уже 4 дня. Да. Какой он человек? Добрый. Очень добрый такой. Ну, у него психологическая травма у человека. И как бы мы не пытаемся с ним много разговаривать, потому что это действует на него. Как бы вот спит, кушает спокойно, ну, в свободное время вот так. Юрий все время путается, да? То он называет себя физиком, то ученым. А почему? Нет, он в действительности физик. Мы это все узнали, позвонили в Новосибирск, нашли родных, брата, в частности, маму, потом непосредственно все. Он вспомнил имена их не буквально только вчера, что брата зовут Сергей, дочка есть у него, оказывается, вспомнил это. Есть, да, семья? Да, вот с каждым днем к нему что-то приходит такое, он восстанавливает память как бы. А с какими сложностями вы столкнулись, когда помогали Юрию? Столкнулись с сложностями в российском консульстве, как бы, да. Ну, не пускали нас к дверям своим эти 3 дня. И после того, как сегодня появилась пресса, все это сделали за полчаса. Вот исходя уже из вашего личного опыта, да, насколько сложно, трудно людям, которые вот оказались в такой ситуации? Ну, я считаю, никому не советую и никому не желаю попадать в такую ситуацию, как бы. Ну, это судьба такова, значит. Спасибо вам, Расул. Хочется пожелать, чтобы таких неравнодушных людей к чужому горю было как можно больше. Согласно статистике, в Казахстане ежегодно раскрывается свыше 50 тысяч дел, связанных с продажей людей, включая сексуальное и трудовое рабство. При этом в каждом случае речь идет о несовершеннолетних. Маленькая географическая справка. Приезжая в нашу страну, в кандалы чаще всего попадают граждане Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Беларуси. Тогда как казахстанцам, которые выехали на заработки за границу, рабство нередко грозит в России, Арабских Эмиратах и Турции. При этом торговля людьми, эксплуатация их труда, укрывательство и перевозка наказываются сроками от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.